Бог мне очень сильно убедил, что именно церковь надо начинать в Киеве. Поэтому в феврале 1994 году мы начали церковь Слова Веры. Уже 7 лет прошло. И теперь это не только самая большая церковь в СНГ или Восточной Европе, но это тоже самая большая церковь во всей Европе. Начнется, будет решением проблема, которая не была решена. Потому что Сын Божий пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. И если Он пришел освободить вас, вы воистину будете свободны. Иисус, Он является самым главным в нашей жизни. Иисус пришел на землю, чтобы вернуть нам имя. Суть миссии заключается в том, что у нас есть послание, которое должны услышать другие люди. Мы представляем Бога здесь, на земле. Мы идем как посольство от Бога. От имени Христова мы взываем мир. Еще раз. Аминь. Аминь. Добрый день. Аллилуйя. Возьмите за руки сейчас, перед тем, как мы присядем все, возьмите за руки. Скажите ближнему, ты прикасаешься к оригиналу. Wherever any two shall touch and agree. На любом месте, где двое или трое, они коснутся друг друга и о чем-либо согласятся. Concerning anything on this earth. О любом деле на этой земле. Jesus said it shall be done. Иисус сказал, будет им. So we touch and agree. Так что мы коснулись друг друга, и мы в согласии друг с другом. Let us pray. Тогда будем молиться. Heavenly Father, Небесный Отец, you are the source of all truth. Ты источник всякой истины. You are the truth. Ты сама истина. Speak to us. Говори нам. Take away our blindness. Убери с глаз наших слепоту. Fill this place with revelation knowledge. Наполни этот зал знанием откровения. Holy Spirit, Святой Дух, teach us, научи нас. Reveal to us the truth of the kingdom of God. Открой нам истину о Царстве Божьем. Change us forever. Измени нас навсегда. We agree, this shall be done. Мы согласны в том, что будет нам так. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Amen. 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 God bless you. You may be seated. Аминь. Бог благословит вас. Присаживайтесь, пожалуйста. I would like to invite Pastor Sunday.
to come up again. Я хочу снова пригласить на сцену пастора Сандея. I want to make a presentation to Pastor Sunday. И хочу кое-что передать или презентовать пастору Сандею. When I was here last, когда я здесь был в прошлый раз, the Lord has been speaking many new things to my heart. Господь после с того времени говорил о чем-то новом моему сердцу. Много чего нового сказал моему сердцу. And I have come with some special gifts for Pastor Sunday. И я привез с собой особенные подарки пастору Сандею. I have been teaching on the kingdom of God for many years. На протяжении многих лет я учил о Царстве Божьем. And just before I left, the Lord told me to bring for him some special gifts. И перед тем, как я выехал сюда, Господь мне сказал, чтобы я привез ему особенные подарки. These are series of teaching tapes on the kingdom of God. Это серия кассет с учением о Царстве Божьем. I had no idea that he was teaching on this subject. У меня не было ни малейшего представления, что пастор Сандей учит сам на эту тему. So the Holy Spirit knew what he needed. Поэтому Дух Святой, он знал точно, в чем он нуждается. To continue the good work that he's doing. Для того, чтобы продолжать совершать то доброе дело, которое он делает. So I would like to present to him two brand new series entitled The Kingdom of God. Поэтому я хочу презентовать ему эти две серии кассет с названием «Царство Божье». I've also released four new books. Я также выпустил или издал четыре новые книги. And all of these have become best-selling books in America. И все эти книги стали бестселлерами в Америке. The first one is called The Purpose and Power of Glory. И первый называется «Предназначение и сила славы Божьей». The second one is called The Power of Woman. Вторая книга называется «Сила женщины». This is for his wife. Это для его жены, для принцессы. It shall be translated into Russian. Эти книги переведутся на русский язык. The second book is entitled The Power of Men. И третья книга называется «Сила мужчины». And the third book is the most important book I have ever written. И четвертая книга, которую я написал, одна из самых важнейших из тех, которые я писал. And it's written for people just like you. И написана она для таких людей, как вы. It's called The Burden of Freedom. Называется «Бремя свободы». The Burden of Freedom. Бремя свободы. This book is for people who have been in historical oppression. Эта книга предназначена для людей, которые в истории были под каким-то гнетом. I understand. И я понимаю. What it means to have been oppressed. Что значит находиться под угнетением? By history. В истории. I am from a part of the world where this is a part of my experience. Потому что я выходец из той части мира, где это тоже имело место. And this book was written to give you the keys to be totally free. Эта книга, она даст вам ключи к полной, тотальной свободе. And to experience God's best. И поможет вам принять от Господа самое лучшее. I present these to my friend. Я хочу подарить это моему дорогому другу и моему возлюбленному сыну по вере, доктору Сандею. He has been given permission to translate. И я дал ему разрешение перевести эти книги.
all of these books into Russian на русский язык by our publishing company. От нашего издательского дома. God bless you, Pastor. Да благословит вас Бог, пастор. Amen. I love you. Я люблю вас. Спасибо. Спасибо. Today I want to speak to you about the most important subject in the world. Сегодня я хочу говорить на очень важную, самую важную тему, которая только существует в этом мире. I want to speak to you about the most important subject on earth. Я хочу затронуть сейчас важнейшую тему на земле. I want to speak to you about the only good news a man wants to know. Я хочу вам рассказать о единственной доброй, хорошей вести, которую человек хочет услышать и узнать. I want to speak to you on the subject rediscovering the kingdom of God. Я хочу говорить на тему обнаружения Царства Божьего. Rediscovering the kingdom of God. Снова обнаружить Царство Божие. Please take notes today. Пожалуйста, записывайте, делайте записи сегодня. The most important thing in the world to do is to know what to do. Самое важное в мире, что касается что делать, это знать. Что делать? The most important thing in life is to discover the purpose for life. Самое важное в жизни — это обнаружить предназначение или цель жизни. In Proverbs chapter 19, verse 21. Притчи 19 глава 21 стих. If you turn to that verse, если вы откроете это место, Proverbs 19, verse 21, притчи 19:21, you will find these words. То вы найдете там такие слова. Many are the plans in a man's heart. Много планов в сердце человека. But it is the Lord's purpose that prevails. Но состоится только определенное Господом. Many are the plans in a man's heart. Много замыслов в сердце человека. But it is the Lord's purpose that will prevail. Но состоится только определенное Господом. God says, Бог говорит, humans have their own plans. Что у людей есть свои собственные планы, замыслы. But he has a purpose. Но у него есть предназначение, цель. For all humans. Для всех людей. And his purpose will prevail over all the plans of the humans. Его определение или предназначение возьмет верх над всеми планами и замыслами человеческими. What is God saying? Что этим говорит Бог? He's saying that his purpose is more important than all of your plans. Он говорит, что его определение, цели, предназначение намного важнее, чем все твои планы. God is saying, Бог говорит, his purpose is more important to him than all of our plans. Что его цели и предназначения намного важнее для него, чем все наши планы. God says, Бог говорит, his purpose is his priority. Что его цели и предназначения стоят на первом месте в его приоритетном списке. God is saying, Бог говорит, he is only
committed to his purpose, not to your plans. Что он посвятил себя только своему предназначению и своим целям, а не твоим планам. Listen to the verse again. Еще раз послушайте этот стих. Many are the plans in your heart. Много замыслов в твоем сердце. You've got many plans. У тебя много планов. Even plans for God. Даже планы для Бога, что-то сделать для Него. There are many things we are doing for God that God does not want. Мы многое делаем для Бога, а Бог в самом деле этого не хочет. The only thing God wants is His purpose. Единственное, что Бог хочет, чтобы осуществилась Его цель. Politicians make plans. Политики составляют свои планы. Businessmen make plans. Бизнесмены составляют свои планы. Educators make plans. Люди, находящиеся в образовании, тоже составляют свои планы. You make plans. Вы тоже строите свои планы. Church leaders make plans. Церковные лидеры составляют планы. God says. Но Бог говорит. Many are your plans. У вас много планов. But my purpose. Но мои цели. Will prevail. То, что определено мной, исполнится. So the most important thing to God. Поэтому самое важное для Бога. Is not your plans. Это не твои планы. But his purpose. Но его цели и предназначение. So if you want to please God, поэтому если вы хотите угодить Богу, you must first discover his purpose. То, во-первых, вам нужно выяснить, в чем же состоит его цель и предназначение. And do it. И осуществлять его цели. What is purpose? Что такое цель? Purpose. Цель. Purpose. Цель. Purpose is. Цель это. Written all through the Bible. Написано это везде в Библии. It is translated by many different words. Это слово, оно в Библии переведено многими разными словами. So please write the word purpose down. Поэтому запишите это слово цель, предназначение. And I want to give you the meanings of the word. Я хочу вам дать несколько значений этого слова. First, первое. It means original intent. Оно означает то, что оригинально было задумано. Изначальное намерение. Original intent. Изначально задумано или да, задумано. Purpose. Цель. Secondly. Второе. It means. Означает. Will. Воля. Original will. Это изначальная воля. Thirdly. Третье. It means counsel. Означает совет. Counsel. Совет. But it means to counsel yourself. Но это означает советовать себе самому. Very important. Это очень важно. God says. Бог говорит. Many are the plans in your heart. В сердце твоем много замыслов и планов. But I have counseled myself. Но я посоветовался с собой. And that will stand. И этот совет будет стоять твердо. God got advice from nobody. Бог не принимает советов ни от кого. He advised himself. Он сам себе дает советы.
So God's will, поэтому Божья воля, is what God counseled himself to have. Это именно то, что Бог дает себе совет, что ему нужно иметь. So God says, поэтому Бог говорит, many are the plans in your heart. Много замыслов в твоем сердце. But my original intent will prevail. Но моя изначально задуманная воля исполнится. God's will, Божья воля, God's counsel, Божий совет, God's intent, Божье намерение will prevail. Осуществляться. God says, Бог говорит, what I originally intended, I will get. То, что я изначально задумал, то я и сделаю, и получу. Hallelujah. Hallelujah. The question is, вопрос тогда такой, the most important question, самый важный вопрос, that anyone can ever ask, который человек может любой спросить когда-либо. What is God's purpose? А в чем же состоит Божья цель? What is God's original intention? В чем же Божье изначальное намерение? Because whatever that is, потому что все, что, чем, что бы это ни было, that motivates God. Именно это является мотивом для действий Бога. The only thing God wants done, единственное, что Бог хочет исполнить, is His will. Это свою волю. His purpose. Свою цель. The only thing God wants done, единственное, что Бог хочет осуществить, is His will. Это свою волю. The only thing God wants done, единственное, что Бог хочет совершить, is His will. Это свою волю. The only thing God wants done, единственное, что Бог хочет сделать, is His will. Он хочет совершить свою волю. What is His will? Но что такое воля Божья? Everything God does, все, что делает Бог, everything God has done, все, что сделал Бог, everything God is doing, все, что делает Бог, is to achieve one thing. Оно направлено к достижению одной цели. His will. Достижение одной вещи, достижение Его воли. His purpose. Его цели. What is His will? Но в чем же Его воля? I know what it is. Я знаю, в чем Его воля. God's will never changes. Божья воля никогда не меняется. He is the same. Он тот же. Yesterday. Вчера. Today. Сегодня. Forever. И вовеки. Whatever God wanted, все, что Бог когда-то хотел, God wants. Бог хочет. Whatever God wanted, все, что Бог хотел когда-то, God wants it. Бог до сих пор этого хочет. What did God want? А что же Бог хотел когда-то? That's what He wants. Он хочет то же самое и сейчас. I know what God wants. Я знаю, что Бог хочет. What is the original plan of God? В чем состоит изначальный, оригинальный план Божий? What is the original purpose of God? В чем состоит изначальная цель Божья? What is the original intent of God? В чем же состоит изначальное намерение Божие? Write this down, please. Пожалуйста, запишите это. This is it. Потому что вы сейчас услышите ответ. This is the will of God. Это воля Божья. Are you ready? Вы готовы? Here it is. Тогда слушайте. Are you ready? Вы готовы? Are you ready? Вы готовы? The original purpose of God, изначальная цель Божья, was
Rulership over earth состояла в том, чтобы управлять землей through mankind через человечество. Simple. Просто. God never intended to rule this planet directly. Бог никогда не намеревался управлять этой землей напрямую. God's plan was rulership over earth through his children. Божий план состоит в том, чтобы управлять землей через своих детей. God created the heavens. Бог сотворил небеса. The unseen. Невидимое. The invisible world. Невидимый мир. Was created by God. Был создан Богом. He called it heaven. И назвал это небом. God is spirit. Бог есть дух. Invisible, невидимый, supernatural, сверхъестественный, God, Бог, Jehovah, Иегова, Adonai, Адонай, Elohim, Elohim, God, Бог, invisible, невидимый, omnipotent, всемогущий, almighty, всемогущий, God, Бог, all by himself, сам по себе. God. Бог. There was nothing. Не было ничего. But God. Только Бог. All things were made by him. Все было сотворено им. All things. Все. The heaven. Небо. God. Бог. Created everything. Сотворил все. So everything. Поэтому все. Was created by God. Было создано Богом. If God created everything, если Бог сотворил все, seen and unseen, видимое и невидимое, where was everything before anything became something? Где было все то, что стало чем-то, не существовало и появилось? Где это все было? Before anything was, до того, как что-либо появилось, God is. Бог уже был. Before anything was, прежде всего, God is. Бог уже был, Бог есть. So everything that is, поэтому все, что есть, visible, видимое, and invisible, и невидимое, everything that is, все, что есть, was inside of God, было внутри Бога. There was a time, было время, when there was nothing but God, когда ничего не было, только один Бог. Can you use your imagination? Вы можете немножко напрячь свое воображение. God, Бог. Before anything was. Прежде всего, появление всего. Because everything was in God. Потому что все это находилось внутри Бога. And God says, и Бог говорит, in John chapter 1, в Иоанна в первой главе написано, all things were made by him. Все было сотворено им. Without him was not anything made. Без него ничто не начало быть. So God, поэтому Бог created everything. Он сотворил все. So before anything was created, поэтому перед тем, как все было сотворено, everything was in God. Это все было внутри Бога. Huh.
Hallelujah. 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 Then God. И тогда Бог. Counseled himself. Он посоветовался с собой. He spoke to himself. Он сказал себе. He met with himself. Он встретился с самим собой. Why? Зачем? Почему? Because there was no one else to talk to. Потому что он тогда не было никого, с кем бы он мог говорить. It was just God. Тогда был только Бог. And God said to himself. И Бог сказал самому себе. Let us create. Давайте создадим. So God. Поэтому Бог. Created. Сотворил. First the invisible world. Во-первых, он создал невидимый мир. Heaven. Небо. Heaven. Небо. Came out of God. Вышло из Бога. Angels. Ангелы. Came out of God. Вышли из Бога. And God said. И Бог сказал. This is good. Это хорошо. Now God has angels. А теперь у Бога есть ангелы. Cherubim. Херувимы. Seraphim. Серафимы. Thousands of angels. Тысячи ангелов. Beautiful heaven. Прекрасное небо. Invisible. Невидимое. Spirit world. Духовный мир. And God said. И Бог сказал. This is good. Это хорошо. I am. Я. Creator. Я. Творец. This is my home. Это мой дом. This is my territory. Это моя территория. I am God. Я Бог. This is my territory. Это моя территория. Heaven. Небо. I will call it heaven. Я назову эту территорию небесами. I will rule. Я буду царствовать. My territory. И господствовать над моей территорией. God. Бог. Becomes. Становится. King. Царем. Ruler. Управляющим, over his territory. Властелином своей территории, invisible. Невидимым, power. Сила, dominion. Господство over над his territory. Своей территорией, God. Бог. The angels, ангелы, bow to him. Преклонялись перед ним, and they worship him. И они поклонялись ему. God creates. A military angel. И Бог создает воинствующих ангелов. He calls him Michael. Называет этого главенствующего ангела ангел Михаил, архангел Михаил. It's the military department. Это отдел, военный отдел. The Minister of Defense. Then God creates. Министр обороны. A cultural department. Потом Господь создал отдел культуры. In charge of worship. Министерство культуры, которое было ответственно за поклонение и прославление. And he appoints Lucifer. И он поставил во главе этого министерства Люцифера. He is responsible for preserving the environment. Который был ответственным за тем, чтобы следить за атмосферой, сохранять ту же атмосферу. Worship. Поклонение. Singing. Воспевание. Dancing. Танцев. Praise. Хвалы. He creates a communication department. И он также создает министерство информации. And коммуникации. He appoints Gabriel. И он ставит во главе этого министерства Гавриила. God is king. Бог – царь. He has a military department. У него есть министерство обороны, a cultural department. Министерство культуры, a communication department. И министерство коммуникации. If you study the Bible carefully, если вы тщательно изучаете Библию, whenever God wants warfare, то вы замечаете, что каждый раз, когда Бог начинает вести войну, he sends Michael. Духовную войну, он посылает архангела Михаила. Gabriel never fights. Гавриил никогда не вступал в сражение. Never. Никогда. When God wants information, когда Бог хотел передать информацию, he wants to send a message. Он хотел послать послание, he never sends Michael. Он никогда не посылал с этим посланием Михаила. He sends Gabriel.
он посылал Гавриила, Minister of Information. Министра коммуникации. Whenever God wants worship, всякий раз, когда Богу нужно было прославление и поклонение, he never sends Michael. Он никогда не посылал для этого Михаила, Michael cannot sing. Потому что Михаил не умеет петь. Whenever God wants worship, и всякий раз, когда Бог хотел поклонения, he doesn't send Gabriel. Он не посылал Гавриила. Read your Bible. Читайте Библию. Gabriel never sings. Гавриил никогда не пел. When God wants worship, но когда Бог хотел поклонения, he sends Lucifer. Он посылает Люцифера. He even had organs, pipes built into his body. Внутри его тела были даже встроены трубки органа. Chief musician. Он был главенствующим музыкантом. Culture department. Отдел или Министерство культуры. Information department. Министерство коммуникации. Military department. Министерство обороны. And God is king. И Бог царь over his domain. Над своей территорией. King. Царь over heaven. Над небесами. Angels. Ангелы. One day, однажды, the cultural department, Министерство культуры, had an idea, вдруг задумалось о чем-то. Bad idea, пришла в голову плохая мысль. The minister of culture, министр культуры, is usually very visible. Обычно всегда на виду. Even in this church. Даже в этой церкви. They are always up front. Всегда это министерство впереди. You see them. Вы видите всегда их. They are always in the spotlight. Они всегда стоят перед прожекторами. Performing. Они всегда представления ведут. And because they are always visible, и потому что их всегда можно заметить, they видеть think их, they are more important. Они думают, что они важнее других. And that, а это is what they keep hearing. То, что они постоянно слышат. And they believe, и думают, that is for them. Это все нам. They forget, но забывают при этом, they are working for a king. Что работают на царя. So the minister of culture, так что министр культуры was in the spotlight. Стал на место, освещенный прожекторами. And the king said, а царь говорит, you are so beautiful. Ты такой красивый. You are wonderful. Ты прекрасный. You are like the star of the morning. Ты утренняя заря. And he said, yes. Он говорит, да, да. Your gift is wonderful. Твой дар замечательный. I made a good angel. Я сотворил хорошего ангела. Yes. Да, да. Thank you, thank you. Спасибо, спасибо. Спасибо, 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 спасибо. Спасибо, спасибо. And then he said, и тогда он говорит, I like what I hear. Мне нравится то, что мне говорят. I want it all day. Я хочу слышать это весь день. I will become like the king. И я стану в один день как этот царь. So he had a meeting with his committee. Поэтому он собрал совещание в своем комитете. And they decided. И там на совещании приняли они решение.
Let us execute a coup. Давайте сделаем государственный переворот. We can become king. Да мы же можем стать царями. And so he planned. Начал планировать. For a long time he planned. И долго планировал. And everything was ready. И все уже было готово. And they said, и сказали они себе, let us go. Пойдем. Are you ready? Вы готовы? Let us go. Пойдем. Everybody ready? Все готовы? He has no weapons. He has no weapons. Не было у них оружия. He's a musician. Он же музыкант. So he picks up his notes. Little music notes. Поднимает с пола ноты. Нотную тетрадку. Fiery darts. И скручивает шарики. Paul says, Павел говорит, take up the shield of faith. Возьмите щит веры. Nowhere in the Bible. В Библии нигде не написано. Do you ever read? Нигде не найдете. That Satan has a sword. Что у сатаны есть меч. But the Bible says. Но в Библии написано. He has fiery dots. Что у него такие огненные точечки. Notes. То есть его нотная тетрадка. Pick up your shield of faith. Подними и возьми свой щит веры. That you might quench the darts of the wicked one. Чтобы угасить все раскаленные стрелы лукавого. And so he comes against God. Так что он выступает против Бога. With music. Со своей музыкой. He's still doing it today. И до сих пор этим занимается. He's destroying the Ukraine with music. Он хочет уничтожить Украину музыкой. He's destroying your children with music. Он хочет уничтожить жизни ваших детей музыкой. Music. Музыка. 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 Write the word музыка. Запишите это слово музыка. The word music. Слово музыка. Is from the word muse. Произошло от слова муза. The word муза. Слово муза. It means. Означает. Write it down. It means. Запишите. To make think. To make one think. Заставить кого-то думать или контролировать мысленным процессом. Please write it down. Запишите, пожалуйста, это. Muse. Муза. To control thought. Контролировать мысленный процесс. In America, в Америке there is a place, есть одно местечко, they call Disney World. Которое называется Диснейленд. Yeah. What is this place? Что это за место? It's a place where you go to vacation. Это место, где люди проводят свой отпуск. And you go to play. И едут туда, чтобы поиграть. What do you call this place? Как вы называете это место?
amusement park. Называется по-английски это лучше звучит. Там есть слово муза, что это парк аттракционов у нас на русском, а там в английском есть слово муза. Люди развлекаются. It's called an amusement park. И называется этот парк развлечения. Because it stops you from thinking. Потому что он блокирует ваши мысли. It's the opposite of muse. То есть это противоположность музе. When you listen to music, когда вы слушаете музыку, your mind is being controlled. То ваш разум попадает под контроль. Satan, сатана, rules the world управляет миром through his gift. Посредством своего дара. Music. Музыки. Who controls your young people? Кто контролирует вашу молодежь? Music. Музыка. If you want to rule a country, если вы хотите управлять страной, control the music. То возьмите контроль над музыкой. Satan, сатана, Lucifer, Люцифер, came against God. Он выступил против Бога. With music. Посредством музыки. How long did the battle last? И сколько длилась эта битва? Everybody look at me. Посмотрите все, пожалуйста, на меня. I want you to blink your eyes. Я хочу, чтобы вы моргнули, when I count to three. Моргнули глазами, когда я посчитаю до трех. One, один, two, два, three, blink. Три. It was over. Моргните. И все. Все кончено. Jesus said, Иисус сказал, I was in heaven, я был на небе, when Lucifer attacked. Когда Люцифер пытался напасть на Бога. He said, I never got involved. Он говорит, я даже не был вовлечен в это все. He said, but I did observe. Он говорит, что я наблюдал за этим всем. The battle between Lucifer. Наблюдал за битвой между Люцифером. God will never fight with an angel. Богу никогда не будет вести сражение с ангелом. Michael. Михаил. Is military. Ты же министр обороны. So Jesus said, Иисус говорит, I looked, я смотрел and I saw Satan, и увидел сатану, like lightning, как молнию. Psh, psh, over. И все кончено. Finished. Закончено. He fell. Он упал. From heaven. С неба. From God's territory. С Божьей территории. God never fought. Бог никогда не вел сражения сам. He will never reduce himself to fight with an angel. Он никогда не станет на этот уровень низкий, чтобы сражаться с ангелом. He's God. Потому что он Бог. God fights with no one. Бог ни с кем не сражается. He's in a class by himself. Потому что он находится именно в таком классе, когда нет равного ему. He said, I am God. Он сказал, я Бог. And there's none beside me. И нет никого, как я. There's none in my category. Никто не может сравниться по моей категории. There's none in my class. Никто не может сравниться с моим классом. I alone, I am God. Я один, я Бог. Hallelujah. Hallelujah. So Lucifer, поэтому Люцифер, was destroyed. Он был уничтожен. In a flash. За одно мгновение. Псу, псу, over. И кончено. That is why 6,000 years later he is still angry.
Вот почему прошло 6000 лет, а он еще злится. He is depressed. Потому что у него постоянная депрессия. Аллилуйя! Аллилуйя! What would you do? А что бы ты делал? If you planned for thousands of years. Если бы тысячи лет что-то замышлял и планировал. And you planned, and you planned. И планируешь, планируешь. And you planned, and you planned. И планируешь, и планируешь. It's over. Бабах, и все кончено. Jesus. Иисус. Never fought with Lucifer. Никогда не сражался с Люцифером. Jesus is God. Потому что Иисус Бог. And then God said. И затем Бог сказал. I want to have children. Я хочу иметь детей. No more angels. Больше не буду ангелов производить. Аллилуйя! 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 I am not an angel. Я не ангел. Hallelujah. Hallelujah. I will have children. У меня будут дети. They will be just like me. И будут точно такими, как я, похожи на меня. They will have my image. У них будет мое подобие. And my likeness. И мой образ. No angels. Не ангелы. Sons. Сыновья. Аллилуйя. Аллилуйя. My children. Мои дети. Shall have my character. У них будет мой характер. My nature. Моя природа. My spirit. Мой, nature. Мой дух. They will be just like me. И они будут похожи на меня тютелька в тютельку. I will be father. А, я буду их отцом. They will be sons. Они будут моими сыновьями. No more angels. Больше не будет ангелов. Аллилуйя. Аллилуйя. My children will have my nature. Эти дети будут иметь мою природу. Ooh. Ooh. That means. Это означает. They will be. They will be. Что они будут? They will be. Что они будут? Little gods. Маленькими богами. Please turn to the book of Psalm 82. Пожалуйста, откройте 81-й псалом. Psalm 82. Псалом 81. So God said, Бог сказал, no more angels. Не буду иметь отношения с ангелами сейчас. Аллилуйя. 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 Psalm 82. 81 псалом. Verse 1. Второй стих. And God presides in the congregation. Первый стих. Бог стал в сонме. Of the righteous. Праведных. And he judges among the gods. Среди богов произнес суд. При сонме богов здесь написано в русской. Verse 5.
Пятый стих. They know nothing, they understand nothing, they walk on in darkness, and all the foundations of the earth are out of control. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. How did the earth get like this? Как земля дошла до такого состояния? Why is there terrorism everywhere? Почему терроризм повсюду? An ethnic cleansing. Этническая чистка. And wars. Войны. And broken homes. Сломанные семьи. And crisis everywhere. Кризисы везде. And alcoholism. Алкоголизм. And drug problems. Проблема с наркотиками. The whole world. Весь мир. Is out of control. Вышел из-под контроля. What's wrong with this planet? Что случилось с этой планетой? Why are they killing each other? Почему люди убивают друг друга? Something is wrong. Что-то здесь не так. Because they don't know. Потому что не знают. They don't understand. Не понимают. They're walking in darkness. Они ходят во тьме. They are ignorant. Они в невежестве. About who they are. О том, кто они на самом they деле. Don't know who they are. Они не знают, кто они. Who are they? Кто они? Look at verse 6. Посмотрите на шестой стих. I say. И я сказал... I told them. Я сказал же им. You are gods. Вы боги. Gods don't act like that. Боги не поступают так. I don't have love. У меня нет любви. I am love. Потому что я есть любовь. And you came out of me. И вы произошли от меня. How can you hate your brother? Как вы можете ненавидеть брата своего? I have said that you are gods. Я сказал, вы боги. And children of the Most High. И дети Всевышнего Бога. Read the whole verse, please. Прочитайте весь стих, пожалуйста. Read the verse. Прочтите стих. Out loud, please. Громко прочтите. I have said. Я сказал, вы боги. You are gods. Children of the Most High. Hallelujah. Hallelujah. All the children wave their hands. Все сыны, дети Божьи, помашите руками. Are you afraid? Вы боитесь? To accept that? Принять эту истину. I'm just a sinner. Я маленький грешник. I'm just a sinner. Но я, вы знаете, я грешник. No! Нет! You are God! Ты Бог! I just want to be humble. Вы знаете, брат, я хочу быть смиренным. You act like what you believe. Ты поступаешь согласно тому, во что ты веришь. What would you do? Что бы ты сделал? If your little child, если бы твой маленький ребенок did this, сделал бы вот такое. That's how God feels. Вот и так Бог чувствует. Please read verse 7. Пожалуйста, прочитайте седьмой стих. But you shall
die like mere men. Но вы умрете как человеки. That means just flesh. Это означает просто плоть умрет. You are more than flesh. Но вы больше, чем плоть. But because you don't know who you are. Но из-за того, что вы не знаете, кто вы на самом деле. You live as if you're just another animal. Вы живете как какое-то животное. Just flesh. Просто плоть. Dogs have no spirit. У псов нет духа. Cats have no spirit. У котов нет духа. Horses have no spirit. У лошадей нет духа. Cows have no spirit. У коров нет духа. So they can die. Поэтому они могут умереть. You can eat them. И можно кушать их. But you, но вы, you are a spirit. Вы есть дух. Don't act like animals. Не поступай как животное. Ethnic cleansing. Этническая чистка. Animals. Животное. Animals eat one another. Животные кушали друг друга. We love one another. А мы любим друг друга. Lions don't love elephants. Lions don't love elephants. Львы не любят слонов. I've never seen a lion. Я никогда не видел, чтобы лев просто сидел и отдыхал на слоне и гладил его, говорил: ты такой красивый, замечательный. But humans say you are wonderful. Но люди говорят: ты замечательный, ты замечательный. Why? Почему? They are like their father. Потому что они похожи на Отца Небесного. And he is love. А Он есть любовь. Hug your neighbor. Обними своего ближнего. Tell him I love you. Скажи: я люблю тебя. Hallelujah. 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 Verse 7. Седьмой стих. Verse 7. Седьмой стих. But you will die like mere animals. Но вы умрете как человеки. Underline the statement. И подчеркните это выражение. And you will fall like one of the princes. И пойдете как всякий из князей. Who is the prince? А кто такой князь? Lucifer. Князем был Люцифер. God says, look. И Бог говорит: смотри. You remind me of somebody. Ты напоминаешь мне кого-то. I had an angel before. У меня раньше был один ангел. He was a beautiful angel. Был красивым ангелом. But he did not accept who he was. Но он не принял тот факт, не принял то, кем он был на самом деле. Listen carefully. Послушайте внимательно. He did not accept who he was. Он не принял то, кем он был на самом деле. He did not accept who he was. Он не принял то, кем он был на самом деле. He did not accept who he was. Он не принял то, кем он был на самом деле. That was his problem. В этом была проблема у него. Sin is born. Грех рождается. When you don't accept. Когда ты не принимаешь. Who you are. То, кем ты на самом деле являешься. Satan. Lucifer became Satan. Люцифер стал сатаной. Not because he did something bad. Не из-за того, что он сделал что-то плохое. He fell because he wanted to be something that he was not. Он упал, потому что хотел быть тем, кем он не был на самом деле.
He was an angel. Он был ангелом. But he wanted to be God. Но хотел стать Богом. And now God says. И тогда Бог сказал. You are about to fall the same way. Теперь Бог говорит, вы упадете таким же образом. How? Каким образом? You are refusing to be God. Потому что вы отказываетесь быть богами. God said, Бог сказал, let us сотворим make man человека. Genesis chapter 1. Бытие, первая глава. Verse 26. 26 стих. Let us make man сотворим человека in our own image. По нашему образу. The word image, и слово образ in Hebrew, на иврите means spirit nature. Означает духовная природа. It means character. Означает характер. Characteristics. Или характеристика. God said, let us make a creature. И Бог сказал, сотворим такое существо out of our own spirit. Из нашего же духа. And this creature shall have our own nature. И это существо будет иметь нашу природу, наше естество. And our own characteristics. Наши характеристики, которые присущи нам. We will call it man. Характерные черты, и назовем это человеком. The word man here, и слово человек здесь, is a plural word. Человек на иврите во множественном числе стоит. Please write that down. Запишите это, пожалуйста. Let us make man. Сотворим человека во множественном числе. It's a plural word. Это слово во множественном числе. He's referring to the whole species. Он обращается ко всей категории. In this room today, то есть все сидящие в этом зале, God sees only one being. Сегодня Бог видит только одного человека, смотря на нас. Man. Человек. Одно существо, человек. You've got the species of dogs. То есть есть категория собак. Species of fish. Есть рыбы. Species of birds. Есть птицы. Now God said, "I want to make a species of man." И Бог говорит, что я создам особую категорию людей. The birds came from the soil. И тело произошло от праха. The animals came from the earth. Простите, растения, они произошли из земли. The fish came from the sea. Рыба из воды. Животные тоже из земли. But man. Но человек. God said, "Let us produce that one." Бог сказал, сотворим мы, сотворим этого человека. So man came out of God. Поэтому человек, он вышел или произошел от Бога. A spirit being. Духовное существо. A species of spirits. Это категория духовных существ. With God's nature. Имеющие Божью природу, естество. And God's character. И Божий характер. Listen, listen. Послушайте, послушайте. Nature. Природа. Nature. Природа. Let us make man in our own nature. Сотворим человека согласно нашей природе. What is the word nature? Что такое природа или естество? It means natural. Означает природное. That means. Это означает. When the thing is natural. Когда что-то природное, или, лучше сказать, естественное, it reveals its nature. Тогда в естественной атмосфере является естественная природа. When something is not behaving like its nature, когда что-то не поступает по своей природе или естеству, we call it unnatural. Мы называем эти поступки неестественными. So when you don't act, поэтому, когда ты like God, поступаешь как Бог, you are unnatural. Тогда ты неестественный.
When you don't love, когда ты не проявляешь любовь, that's unnatural. Это неестественно. When you don't forgive, когда ты не прощаешь, that's unnatural. Это неестественно. When you are unholy, когда ты не проявляешь святости, that's unnatural. Это неестественно. When you don't give, когда ты не жертвуешь, that's unnatural. Это неестественно. When you are afraid, когда ты боишься, that's unnatural. Это неестественно. God, Бог, has not given you, Он не дал тебе, the spirit of fear, дух страха, because He has not, потому что у него нет такого духа. And you came out of Him, а ты произошел от него. So when you are afraid, поэтому когда ты боишься, you become sick. Ты становишься больным. It's unnatural. Это все естественно. When you worry, все неестественно. Когда ты беспокоишься, you become sick. И ты болеешь. Why? Почему? It's unnatural for Потому что you. Это неестественно для тебя. Huh? Fear, страх for you, для тебя, is torment. Это мучение. Why? Почему? It is against God's nature to be afraid. Потому что нет в природе Божьей боязни. So every time Jesus met the disciples, поэтому каждый раз, когда Иисус встречался с учениками, in a storm, даже в бурю, he said, он говорил, be not afraid. Не бойтесь. Be of good cheer. Ободритесь. But Jesus, но Иисус, смотри, буря, шторм, мы умрем, погибнем. А ты спишь. How can you sleep? Как ты можешь спать? Because I'm God. Потому что я Бог. Now go to sleep. Я пойду спать. And God took the man. И Бог взял человека. The little God. Маленького Бога. And put him in the Garden of Eden. И поместил его в Эдемский сад, в Эдемском саду. And said unto him. И сказал ему. Have dominion. Господствуй. Listen. Послушайте. So God said. Поэтому Бог сказал. Let us create man, сотворим человека in our nature, по нашему естеству, in our character, по нашему характеру. Why? Почему? Why? Зачем? Let them have dominion. Чтобы господствовали. Dominion? Господствовали? Yes. Да. The word dominion means, и слово господство означает, to govern, означает управлять, to rule, владеть, to control, контролировать, to manage, управлять, руководить, to administrate, проводить администраторскую It работу, means to lead, вести. It's a powerful word. Это очень могущественное слово. It means to have authority over. Оно означает иметь власть над чем-то. Dominion. Господство. To govern. Управлять. To rule. Владеть. To administrate. Проявлять администраторскую, администраторское руководство. Почему? Why did God create you? Зачем Бог сотворил тебя? Why did God create you? Зачем Бог сотворил тебя? What is his original purpose? Какая у него была изначальная мысль и намерение о тебе? What is his will for man? В чем его воля для человека? Simple. Очень просто. To have dominion. Чтобы человек имел господство. Rulership. Управление. Administration. Администрация. Authority. Власть. Leadership. Руководство. Management. Management. King. Царь. Over. Над. The earth, землей, fish of the sea, над рыбами морскими, birds of the air, над птицами небесными, cattle of the field, над животными полей, над всей землей. Let them rule. Пусть господствует человек. Let my children rule. Пусть мои дети господствуют. Dominate. Доминируют. The whole planet. Всю планету. That's why I made them. Вот почему Бог сотворил That's человека. What I want. И вот что я хочу. I must tell you a story. Я должен рассказать вам одну историю.
God is king. Бог есть царь. He is king over heaven. Он царь над небесами. Heaven is his territory. Он царь небес. Небеса — это его территория. So he is king over his territory. И поэтому он царь в своей территории. It's called his kingdom. И поэтому называется его царство. King царь — is the person. Это личность. Domain is the territory. А ство — это означает его территория. So a kingdom is, поэтому царство — это ruling a territory. Царь, у которого есть территория, над которой он, которой он управляет. Listen now, listen. Послушайте сейчас, послушайте. This is very important. Это очень-очень важно. So God, поэтому Бог is king есть царь over his territory, над своей территорией, which is heaven. И это есть небеса. And now he has children. А теперь у него есть дети. Spirit children. Духовные дети. When a king и царь has children, имеет детей. Shh. Пожалуйста, потише. When слушайте. A king has children, и поскольку у царя есть дети, they are called princes. Они называются, конечно же, князями или принцами и принцессами. Now, prince means князь или принц означает first. Первый. Interesting word. Замечательное слово. It means first. Означает первый. It actually means first rule. Вообще-то означает первый правитель. Interesting word. Prince. Интересное слово. Принц или князь. First in line for rulership. Это первый в очереди к престолу, скажем так. Yeah. First in line for the throne. То есть первый человек в очереди, который должен занять престол. Prince. Принц, наследник. Now listen. Послушайте. When does a prince become the king? Когда же принца коронуют на царя? Very important question. Очень важный вопрос. A prince принц can only become king, он может стать царем в том случае, when the king dies. Когда царь умрет. What do you do? А что делаете вы, if you are a prince, если вы, скажем, принц, your father is a king, а ваш отец царь, but he cannot die. Но он никогда не умирает? So, поэтому, so, if you are with your father, если вы вместе со своим отцом, and you are a prince, и вы князь или принц, as long as you are with your father, до тех пор, когда вы будете вместе с отцом, you can never be king, вы никогда не сможете стать царем. Because he's alive. Потому что ваш папа живой. The only way to become king, единственный способ, как добиться трона и стать царем, is if your father dies. Это в том случае, когда папа умрет. But my father, но мой папа is an everlasting father. Вечный папа. So how will I become king? Итак, каким же образом я стану царем? There's one more way. Есть еще один способ. Here's how you can become king. Я сейчас вам расскажу, как вы можете стать царем. When your father is alive. При жизни папы. Послушайте. Your father, ваш папа, must gain new territory, он должен выделить вам территорию. And then he will send you away from himself, и он должен отослать вас от себя into another territory. На другую территорию, выделенную вам. The minute you leave your father's presence, и в ту минуту, когда вы уходите из присутствия вашего отца, and enter a different territory, и вступаете в другую территорию, you can become a king. В той территории вы можете стать царем. Prince Charles, Prince Charles in England, в Англии, is an old man.
пожилой человек. And he is praying. И он молится так. Please die, mom, please die. Мамочка, ну поскорей, die, умирай. Please, mom, умирай, die. Пожалуйста, ну умирай Before поскорей. Die, die. До того, как я умру, ну умри же, пожалуйста. Why? Почему? He can never become king of England. Потому что он никогда тогда не сможет стать королем Англии при жизни своей матери. But she can send him to another country. Но она может отослать его в другую страну. And make him king. И там его короновать на короля. The problem is, но проблема вся в том, England has no more countries. Что Англия уже не имеет колоний. So God says, поэтому Бог говорит, let us have children. Давай сотворим детей in our own image, по нашему образу and our likeness. И по нашему подобию. Oh, and we want them to have rulership. И мы хотим, чтобы они имели господство. We want our children to be kings. Мы хотим, чтобы наши дети были царями. But they cannot be kings up here. Но они могут быть царями здесь, наверху, This is my territory. Потому что это моя территория. So I will create a new territory. Поэтому я создам для них новую территорию. I will call it Earth. И назову эту территорию землей. Hallelujah. Hallelujah. Ha-ha-tamo-ka-sanda. And I will make it a different realm altogether. A different dimension. И я это все помещу в совершенно другое измерение, в другую сферу. Completely different. Совершенно другую. I will make it a visible realm. Я сделаю эту сферу видимой. So my realm, поэтому моя сфера is invisible world. Будет в невидимом мире. But the children, но мои дети shall rule the visible world. Будут господствовать в видимом мире. And I will send them away from me. И я отошлю их от своего же имени, so they can become kings. Чтобы они могли стать царями. And they will rule. И они будут господствовать, over the new territory. Царствовать на новой территории. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. 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 And they will represent me. И они будут представлять меня. And they will make earth. И они сделают из земли. Just like heaven. Небеса. Hallelujah. Hallelujah. How will they represent me? Каким образом они будут представлять нас, быть нашим представителями? No problem. Нет проблем. I have a program. У меня есть специальная программа. Hallelujah. Hallelujah. My program is. Но эта программа состоит в том, I will have spirit children. Что у меня есть духовные дети. I will put my spirit in their spirit. И вложу мой дух в их дух. Their spirit in a earth suit. И этот их дух помещу в земной костюм. And put the earth suit on the earth. И этот земной костюм я поставлю на землю. So now, итак, теперь my spirit is in them. Мой дух находится в них. They are in the earth suit. Они находятся в земном костюме. And they are on the earth. И они находятся на земле. So whatever I want on earth, поэтому все, что я хочу сделать на земле, I will reveal through my spirit, я буду это открывать через своего духа, to their spirit, их духу, to their body, их телу, to the earth. На земле, этой земли. So whatever I say, поэтому все, что я говорю, they will hear, они будут слышать от меня, they will do, будут делать, and whatever I want, и все, что я хочу on earth, сделать на земле, shall happen on earth, будет осуществлено на земле through my spirit, через мой дух, in their spirit, который находится в их духе, in their body, который находится в их теле, on the earth. На этой земле. So the key, поэтому ключ to my kingdom, к моему царству coming to earth,
чтобы оно пришло на эту землю, is the Holy Spirit. Это Дух Святой. As long as my spirit, такой, как и мой Дух. Is in his spirit, по, поскольку мой Дух в его Духе. Then he can know my will. И он может знать мою волю. If he ever loses my spirit, если он когда-то потеряет мой Дух, then he has no contact with тогда heaven. У этого человека нет никакого контакта с небесами. So my will can never be done on earth. И поэтому моя воля тогда не сможет осуществиться на земле. So the most important thing, поэтому самое важное, that my sons need, что нужно моим сыновям, is the Holy Spirit. Это Дух Святой. The kingdom of God. Царство Божие. Is love. Это любовь. Joy. Радость. Peace. Мир. In the Holy Spirit. В Духе Святом. The kingdom of God. Царство Божие. The disciples only asked Jesus to teach them one thing. Ученики попросили, чтобы Иисус научил их только одному. Interesting. Очень интересно. They never said, они не говорили никогда, teach us to heal the sick. Научи нас исцелять больных. Never. Никогда. Teach us to walk on water. Научи нас ходить по воде. Never. Никогда. Teach us to open blind eyes. Научи нас дать прозрение слепым. Never. Никогда. Teach us to multiply bread. Научи нас размножать хлеб. Never. Никогда. They asked him one thing. Они попросили Иисуса только об одном. Only one thing. Только одно они попросили. To teach them. Чтобы он их научил. They said, Master, они сказали, учитель, teach us, научи нас how to pray. Молиться. He said, "No problem." Он сказал, нет проблем. Here's the most important thing to pray for. Вот что важно, о чем вы должны молиться. Only one prayer. Только одна молитва. Don't pray for food. Не молитесь за еду. Don't pray for money. Не молитесь за деньги. Don't pray for cars. Не молитесь за машины. Don't pray for prosperity. Не молитесь за процветание. Don't pray for healing. Не молитесь за исцеление. When you pray, когда молитесь, pray like this. Молитесь так. Our Father. Отче наш. Interesting. Интересно. Папа. Папа. Not angel. Не ангел. Angels never call God Father. Ангелы никогда не могут назвать Бога отцом своим. They call him boss. Они называют его боссом, начальником. Our Father. Отче наш. Listen to the prayer. Послушайте эту молитву. Who is not on earth. Живущий не на земле. Very important. Очень важно. He said, do not bring God the Father to earth. Он сказал, не низводите Бога Отца на землю. That's not what he wants. Он не хочет быть. Leave him where he is. На, в этой территории. Оставьте его в той территории, где он находится. Interesting. Интересно. He said, when you pray, он сказал, когда молитесь, remember where Father is. Помните, где ваш отец. He is not on earth. Он не на земле. God's original plan, изначальный план Бога, his original purpose, его изначальная цель, was never to come to earth. Не состояла в том, чтобы как прийти на землю. Hmm.
Father, наш Отец, who are in heaven, живущий на небесах, stay up there. И оставайся там. Please turn to Psalm 115. Пожалуйста, побыстрее, 14. Psalm 115, please. 114 псалом, пожалуйста, откройте. Everybody say amen. Скажите все аминь. Everybody turn, Psalm 115. Все откройте, пожалуйста, 114 псалом. Oh, this is wonderful. Это замечательно. Let's read why you must not pray for God to be on earth. И давайте прочтем, почему мы не должны молиться, чтобы Бог был на земле. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Слава Богу. Verse 14. Psalm 115, verse 14. Я переведу сразу с английской, потому что здесь несоответствие. В английской Библии 115-й Псалом, 14-й стих. May you be blessed by the Lord who made heaven and earth. 113-й Псалом. Да будешь ты благословен Господом, который сотворил, сотворившего небо и землю. Псалом, 23 стих. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Next verse. The heavens, the highest heavens belong to the Lord, but the earth he gave to the children of men. Следующий стих. Небо, небо Господу, а землю он дал сынам человеческим. Underline that verse, please. Пожалуйста, подчеркните этот стих. Read it again. Еще раз прочтем его. Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Видите, все там есть. Again. Еще раз. Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Again. Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Everybody together. Еще раз, давайте вместе скажем это. Небо. Небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Again. Еще раз. Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Еще раз. Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Добрый. Еще раз. Но. Еще раз. Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Амин. 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 God says, Бог говорит, heaven is my territory. Небо – это моя территория. Earth is your territory. А земля – это твоя территория. I am king in my territory. Я царь на своей территории. You be king in your territory. А ты будешь царем на своей территории. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Tell your neighbor, I am a king. Скажи своему ближнему, я царь. Или царица. Еще раз. Еще раз. Louder. Громче. Еще раз. Громче. Добрый. The highest heavens belong to the Lord. Высшие небеса принадлежат Господу. But the earth he gave to man. Но землю Он дал сынам человеческим. In my next session, и на следующем собрании, которое я буду проводить, I will begin to teach you now. Я только начал вас учить. One final word. Еще одно заключительное слово. Sit up straight.
Пожалуйста, сядьте ровненько. You are kings. Потому что вы же цари. Цари и царицы, они, у них осанка очень красивая, прямая. Аллилуйя. Аллилуйя. Now listen. А теперь послушайте. Take a deep breath. Теперь сделайте глубокий вдох. Are you ready? Вы готовы? I'm about to say something that will shock you. Я хочу сказать кое-что, что шокирует вас. Are you ready? Вы готовы? Okay. Whenever a king, когда царь returns to his father's territory, возвращается на территорию своего отца, he's no longer a king. Он больше не царь. He's a prince again. Он снова принц. Аллилуйя! Аллилуйя! So Jesus said, поэтому Иисус сказал, Father, Отче, do not take them out of the earth. Не забирай их с земли. The church, церковь, is lazy. Обленилась. The church, церковь, wants to go to heaven. Хочет уже сегодня пойти в рай. They want to fly away. Хочет улететь от земли. They believe. И верят. Religious people believe. Религиозные, набожные люди верят. That there's joy in heaven. Что на небе есть радость. Радость будет на небе. The Bible doesn't teach that. Библия не говорит об этом. It says your joy is full now. Он говорит, что ваша радость совершенна уже сейчас. What the Bible does say. А что же Библия говорит? In the book of Revelation. В книге Откровения. John said, I went to heaven. Иоанн сказал, я был взят на небо. It's a nice place. Да, красивое местечко. It's not bad. Не совсем неплохо. Yeah, golden streets. Золотые улицы. Nice gates. Такие красивые ворота. This is nice. Красиво. And John said, "I was touring heaven." Иоанн, touring heaven. Иоанн говорит, что я, значит, пошел по небу на экскурсию. And as I walked around heaven, и когда вот ходил по небу, I came to an area. Я подошел к одному месту. And I saw the Ukrainians. И увидел там украинцев. I saw. Смотрю. All the saints. Там все святые, who could not wait to come to heaven. Которые не могли дождаться, когда попадут на небо. And John said, when I saw them, Иоанн пишет, когда я увидел их, I was confused. Меня какой-то конфуз объял. He said, I thought they were dancing. Я думал, что они все будут прыгать и танцевать. They're supposed to be dancing. Но они же должны там на небе танцевать. He said, but when I saw them, но когда я увидел их, they were weeping. Они рыдали. In heaven? На небе. It's in your Bible. Это в вашей Библии тоже написано. He said, when I got closer to them, когда я приблизился к ним, I heard what they were crying. Я услышал, о чем они рыдают, о чем плачут. And they cried. И они говорили, how long?
Сколько еще? How long? Сколько еще? How long? Сколько еще? How long? Сколько еще? How long, Lord? Сколько еще, Господь? How long? Ну сколько еще? Мы нам How нужно long? Быть здесь. Ну сколько еще? There's no record in this book. В этой книге нет записей, that the saints are ruling in heaven. Которые говорят нам о том, что святые на небесах господствуют. Paul says, Павел пишет, they were weeping, что они рыдали, because they were longing, потому что так хотелось им for their new bodies again. Снова вернуться, снова обновиться в новые тела. They want to be clothed again. Они снова хотели облечься в новое тело. They want to get out of heaven. Они хотели уйти уже с небесной территории. They want to go where they taste power. То есть они хотели войти в ту территорию, где у них есть этот вкус власти. Authority. Сила, власть. That is why. Вот почему Jesus Иисус made arrangements. Он все подготовил. Организовал for your resurrection. Для твоего воскресения. You are kings. Вы цари. You're just like your father. Ты очень похож на своего отца. You need somewhere to rule. You need a territory. Тебе нужна to rule. Территория, на которой ты можешь господствовать. So Jesus said, Поэтому Иисус сказал, My Father's purpose цель моего Отца shall prevail. Осуществится. My Father's will воля моего Отца will be done. Исполнится. If I have to move heaven and earth, если мне нужно подвинуть небо и землю, and John said, Иоанн говорит, I saw a new heaven. Я увидел новое небо. And a new earth и новую землю, coming down. Сошедшие. Heaven and earth will pass away. Небо и земля придут. But I'll create a new one. Но Бог говорит, я создам новое. So that none of my word will fail. Чтобы ни одно из моих слов не было неисполненным. His command to you is, Его повеление, которое Он дает тебе, occupy until I come. Оккупируй до моего пришествия. The kingdom of God Царство Божие is in the Ukraine. Уже в Украине. And God says, И Бог говорит, occupy the entire country. Оккупируй всю страну until I return. До моего пришествия. This is our mandate. Вот наш мандат. I want all the kings to stand up, please. All the kings to stand up. Пожалуйста, все цари и царицы, поднимитесь. I want to bless the kings. Я хочу благословить царей и цариц. I want the kings to lift their hands up to the king. Я хочу, чтобы цари и царицы подняли свои руки к царю. In this kingdom, в этом царстве every citizen is a king. Каждый гражданин является царем или царицей. And the kings worship the king. И все цари и царицы поклоняются царю. And John said, Иоанн пишет, I saw him Я увидел его. Upon the throne. Я узрел его на престоле. And there was a name on him. На нем было написано имя. The name was, имя было The king of царь kings. Царей. The king of kings. Царь царей. King of kings. Царь царей. King of the kings. Царь царей. King of the kings. Царь царей. King of the kings. Царь царей. King of
the King. Царь царей. Lord of the Lords. Господь господствующих. Lord of the Lords. Господь господствующий. Lord of the Lords. Господь господствующий. King of Kings. Царь царей. King of Kings. Царь царей. Lift your voice loudly and worship the King. Возвысьте свои голоса и поклонитесь царю. Аллилуйя. Пойте царю, пойте царю, поклоняйтесь царю, празднуйте, торжествуйте царя. Аллилуйя. Цари и священники, да здравствуйте. Вы помните самый главный мысль? Мы есть цари, цель Бога создал нас по образу Его, чтобы мы здесь на земле господствовали на земле. Как это получается? У тебя есть твоя территория. Как найти, как знать мою территорию, где я должен господствовать? Твое место призвание. О чем мы говорили с утра. Твое место, твой дар Бог тебе дает. Он дал тебе способность охватить, господствовать над, и царствовать над этой землей. Поэтому он говорит не о том, что мы не пойдем на небо. Он говорит о том, что в отличие от многих христиан, которые только ждут лишь побыстрее, чтобы небо пришло, они хотят, чтобы небо служило им как убежище, убежать. Потому что ничего не хотят сделать на земле. Зачем работать? Зачем что-то делать? Потому что все равно вот мы идем на небо. Нет. Бо Иисус никогда не придет. Пока мы не захватим всю землю и не вернем всю землю Ему. И самое... И даже самое интересное, когда даже Иисус придет, когда опять Иоанн, что он увидел на небе? Он увидел святых и Бог, который говорил, вот те, кого он искупил, чтобы они вместе с ним господствовали на земле. Видите, почему он, Иисус, он искупил нас? Чтобы господствовали на земле. Вот почему даже после пришествия Иисуса мы опять вместе с ним вернемся сюда на землю. Чтобы что делать? Господствовать и управлять землей. Кто будет это искупление? Мы. Так что начни вовремя. Начни вовремя, Господь. Скажи кому-то, найди твою территорию и начни господствовать вовремя. Давайте скажем спасибо, доктор Майлз.